Глава Чувашии принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню города Ульяновск. Регион – давний партнер, поэтому такие встречи на высшем уровне – отличная возможность обсудить перспективы сотрудничества. Подробности в следующем материале. Мини-погрузчики, автокраны, грейдеры, экскаваторы и грузовики. На центральной площади Ульяновска прошел парад специальной техники. И не просто парад, а целое техническое шоу. Сложные пируэты машин вызвали удивление и восхищение горожан. Представители рабочих профессий – главные герои торжества. Лучшим из лучших вручили награды. Поздравляя соседей с праздником, Михаил Игнатьев заметил, что за последние годы Ульяновск преобразился. Мы ежегодно встречаемся на разных площадках, обмениваем лучшими практиками. Наша задача, задача органов власти, создавать комфортную, благоприятную среду для ведения бизнеса, для развития реального сектора экономики. Сегодня десятки миллиардов вложили производство в Ульяновской области. Открываются новые заводы. Регионы сотрудничают в разных направлениях. В прошлом году делегация Ульяновской области побывала в Шемуршинском районе. Именно здесь дали старт проекту «В кругу друзей». В его рамках сейчас возрождают этнографические традиции. Совместно намерены развивать и торгово-экономические связи. Об этом говорили на встрече с почетными гражданами города. Мы ездим учиться к вам. Ваши делегации к нам приезжают. Это очень тоже значимо в нашей совместной деятельности. Крепнуты культурные связи. Подарок ульяновцам ко дню города – концерт Чувашского академического ансамбля «Песни и танца». В зале полный аншлаг. Чуваши, отметил Сергей Морозов, одни из самых многочисленных народов в Ульяновске. В области продолжают выходить национальные газеты. Чувашский язык преподают в 160 школах. Мы понимаем, что значит особое дружеское отношение к нам со стороны разных регионов Российской Федерации. Мы всегда неустанно говорим, среди равных есть кто-то еще более равный. И это Чувашская Республика, потому что она такая же родная, как и наша земля. Сергей Морозов наградил главу Чувашии медалью «Дружбы народов», а самые активные представители чувашской автономии получили благодарности. Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаметов, Республика из Ульяновска.